Здравствуйте, меня зовут Ахмерова Олеся. Я хотела бы рассказать нашу историю, историю нашего приюта «Дворяне Саратов». Он образовался 4 года назад. Мы снимали сначала дом для животных, потом мы купили участок. Но сейчас, ввиду обстоятельств, мы вынуждены этот участок покинуть. Велось 2 судебных дела, дело производства. И как итог, животным идти некуда. Мы обращались в администрацию города Саратова. Единственный, кто всегда был на связи и помогал в решении этого вопроса, была Клёпина Олеся Сергеевна, это зам главы заводского района. Но, к сожалению, нам не удалось попросить участок. Точнее, мы подали документы. Но цена за этот участок просто непосильная для фонда, потому что мы существуем на благотворительные средства, а цена в год аренды такого участка была 690 тысяч рублей. Так как больше никто не откликнулся в этой проблеме, и, наверное, все-таки никому не было интересно, что эти животные могут оказаться на улице, пополнить ряды беспризорных, мы были вынуждены обратиться в другой приют в городе Аткарске. Это единственный приют, который откликнулся на нашу беду. И сейчас, в течение 1,5 месяцев, нам нужно покинуть этот участок и перевести животных туда. Но для этого нужно построить вольеры, то есть там приют относительно тоже молодой. Средств тоже как бы нет, но, по крайней мере, есть земля, свет, вода, то есть основные проблемы там уже как бы решены. Дело именно вот переезде и в том, что где будут животные содержаться. Хотелось бы обратиться ко всем неравнодушным жителям и к нашему губернатору Роману Викторовичу. Помогите нам, пожалуйста, перевести животных в другой приют, чтобы они не создавали проблемы на улицах города. Просто для нас это финансово просто невыполнимая задача.